Компания Star Media и канал Украина работают над новыми эпизодами полюбившегося зрителям сериала «Тайная любовь», вторая часть которого выйдет под названием «Возвращение». В сюжете нового сезона жизнь Любы Зацепиной наконец наладилась. Она выходит замуж за Кирилла, который обещает ей счастливое будущее. Но свадьба завершается сообщением о минировании, а союз новобрачных подвергается тяжелым испытаниям. Бизнес Кирилла разорен, из заключения выходит смертельно больной Юрий. А в доме Любы появляется Ирина, похожая на погибшую девушку, которую некогда любил Кирилл. И теперь жертвенная и всепрощающая любовь главной героини заводит ее в психологический тупик, выбраться из которого окажется совсем непросто. В новом сезоне главная героиня в исполнении Даны Абызовой станет опытнее и взрослее, а также появятся новые персонажи, среди которых тюремный врач Ксения, которую сыграет Виктория Полторак, и харизматичный и мужественный бизнесмен, а в прошлом боксер Максим, в исполнении Андрея Чернышова. Премьера второго сезона ожидается уже в осеннем сезоне 2020 года на канале Украина. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.